Юбилейные награды. В Музее промышленности и искусства состоялось торжественное вручение 10-й премии губернатора за личный вклад в развитие культуры Ивановской области. Здесь чествуют лучших деятелей. В этом году претендентов было 23, и комиссия провела большую работу по отбору лучших. И сегодня будут названы 5 лауреатов премии губернатора Ивановской области, действительно, которые внесли огромный вклад в развитие культуры. Этот год, отметил Павел Коньков, был богат на культурные события. В Иванове отметили 100-летний юбилей поэта-фронтовика Михаила Дудина. Прошло несколько крупных мероприятий, приуроченных к году кино. Например, «Зеркало» и «Свет лучезарного ангела». Активно работают и гастролируют артисты ивановских театров. Это все делают люди, это делают работники культуры. Это достаточно часто люди с невысокой зарплатой и доходами, которые просто вкладывают свою душу. Это патриоты своего края, своего региона, люди, которые беззаветно служат выбранному делу. И, конечно, они заслуживают этой награды. Отдельно можно отметить 11-й фестиваль театров «Кукол Муравейник». За создание столь значимого для области проекта его идейного вдохновителя Елену Иванову губернатор поздравил лично. Спасибо театру за то, что все вложились в это действие, в эту акцию, что ли. Вот. Я без театра себя не представляю, без людей, которые в нашем коллективе, я просто не представляю, что мы могли бы эту премию получить. Лауреатами премии стали также преподаватель Ивановского колледжа культуры Нина Гудкова, главный дирижер оркестра Ивановской государственной филармонии Сергей Лебедев, директор Заволжского художественно-краеведческого музея Светлана Касаткина и преподаватель Ивановского музыкального училища Валентина Новикова. Ее ансамбль «Интермеццо» всем присутствующим подарил свое выступление. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.